Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars. В этом уроке я расскажу, что вам необходимо передать в техподдержку, чтобы получить свой персональный одностраничный сайт по привлечению на нашу обучающую платформу. То есть вы получите сайт вот такого типа, но с вашим сайтом визитка внизу, с вашим номером и с вашим роликом по регистрации. Так какие данные вам необходимо отправить в техподдержку для того, чтобы получить свой персональный сайт? Откройте редактор, блокнот и соберите в этот редактор все необходимые данные. Первое, что вам потребуется, ваш ID. Войдите в профиль, выберите раздел «Учетная запись». Из этого раздела скопируйте вот свой ID. Выберите «Копировать» и напишите «ID». Это первые данные, которые потребуются для того, чтобы сделать привязку к вашему сайту визитки, чтобы отображался не мой значок, а ваш. Следующее. Скопируйте ваш регистрационный номер. Этот номер я запишу в поле ID спонсора, чтобы человек зарегистрировался под вас. Если вы находитесь на бесплатном тарифе, не оплачивали тариф на век роста, то передавать свою реферальную ссылку, которая у вас находится в разделе «Партнерка статистики», не обязательно. Если у вас платный тариф, зайдите в «Партнерка статистика», скопируйте эту ссылку и также разместите ее в документе. Эта ссылка будет закреплена вот за этой кнопкой «Бесплатная регистрация». Следующим шагом вам нужно будет передать мне ссылку на исправленный ролик по регистрации. Под уроком будет ссылка на этот ролик, выглядит она вот так. Выберите эту ссылку, перейдите на сервис SameFromNet, вставьте ссылку в поле URL и скачайте ролик себе на компьютер. Ролик скачается у вас в загрузке. Откройте программу Camtasia Studio, нажмите на «Импортировать», войдите в загрузки, выберите этот ролик. Разместите ролик на шкале времени. Найдите в ролике место, где показан регистрационный номер. Вот это мой регистрационный номер. Вам нужно этот ролик исправить, чтобы вместо моего номера был ваш. Выберите примечание. Вот примечание, которое я использовал. Перетащите это примечание на ролик. Расположите его, где-то аналогично моему, чтобы ваше примечание закрыло мое. Возьмите за уголочек, и сюда перетащите. Вот. То есть я закрыл своим примечанием. Берете свой номер регистрационный и вместо буквок вставляете ваш регистрационный номер. Можете сделать его жирным. Вот так. Найдите, когда у вас закончится это примечание, вот в этом месте примечание закончено. Выберите и протяните. То есть по всему ролику, где был мой регистрационный номер, теперь будет отображаться ваш. Нажимаете на кнопочку «Вывести», создавайте файл на своем компьютере и загружайте его на свой YouTube-канал. После загрузки вашего ролика на канал передайте, пожалуйста, мне ссылку на этот ролик, чтобы я смог вставить его в ваш одностраничный сайт. А также потребуется ваш телефон и ваша почта, чтобы я ее разместил внизу. Если вы хотите, чтобы на вашем сайте был код отслеживания, вам необходимо будет зарегистрироваться на сервисе Social Phishing. Перейдите на главную страничку сайта Social Phishing, нажмите «Войти», выберите «Регистрация», наберите адрес электронной почты, на которую вы хотите пройти регистрацию, и зарегистрируйтесь на сервисе. Подключить сервис отслеживания можно будет только после того, как сайт у вас будет готов. То есть вы получите ссылку на свой персональный сайт,
Нажмете на кнопочку «Подключить сайт» и вместе ссылка на свой сайт скопируете адрес своего сайта. Нажмете на кнопочку «Подключить новый сайт». Ваш сайт появится в списке подключенных сайтов. Нажимая на кнопочку «GSM Script», вы перейдете на страничку, на которой как раз и увидите тот код отслеживания, который необходимо будет вставить в сайт. Вам нужно будет скопировать этот код и отправить мне его, либо отправить данные от своего личного кабинета на сайте Social Phishing. Я сделаю это самостоятельно. Одностраничный сайт будет выдаваться тем, кто зарегистрировал свой домен и разобрался, что такое услуга переадресации, чтобы вы размещали ссылку именно на свой домен, именно рекламировали свое доменное имя. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в домашнем задании.